Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тегер Скиф, и мы продолжаем Wolfenstein, который 3D, ну, который типа самый первый. Так, что тут у нас? Так, сейчас. Я помню, я в прошлый раз куда-то вышел, но не сохранился, и из-за этого чуть не поплатился. Короче, мне надо теперь найти то место. Так, только не понял, чё он этими не бегает теперь. Ладно. Попади ты в проход. Так, мне сейчас... Ага, это вот тут. Закрылись двери. Тут я уже типа ходил, да? Я там просто чисто случайно помер в ненужном месте. А вот как понять, у меня есть ключ или нет сейчас? Там же я где-то ключ нашел. Вот эта дверь открывается. Не? Или я ее уже открыл? Так, это... Так, там первая, тут вторая, вот третья дверь. Еще, сейчас разберемся, сейчас найдем. Куда бежать, что делать? Ого! Ого! 3 жизни. Вот это я разобрался. Куда бежать, что делать. Да уж. А вот тут этот ключ. Я, короче, с 3 жизнями всех убиваю. А, тут 3 жизни, это 10%. Неудобно как-то переключать оружие стало. Что-то в управлении не то, что ли. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Нет, это тут не то немножко. Чё, у меня так и осталось 10 хп. Процентов, то бишь. И никакой помощи. Кто стреляет? В кого стреляют? Так, стоять. Туру-туру-туру. Загрузить игру. Загрузить десяточку. Сейчас мы вспомним, что тех пацанов там будет многовастенько. Так, это мы собираем. Не, не собираем. Не влазит, да? 99 патронов — это предел. Хорошо. Это мы учтем. Так, где они тут были? Тут я вышел спокойно. Во вторую дверь я тоже зашел спокойно. А вот за третьей уже были вражины. Да пройди ты уже тут. Так, тут мы сохранимся. Сохранить. Вот тут. Один. Так, в этом месте уже есть сохраненная игра. Перезагрузить. Yes. Один. Один. Оп. Назад в игру, вот так. А, они вот тут сейчас за поворотом будут. Ха! Все равно попал. Вражина такая. Но это его не спасло. Такое мелочное попадание.
попадение. Вот это шутер, я понимаю. Вот это экшен. Экшончик. Тун-тун-тун, тун-тун-тун. Так. Господин не хочет активироваться. И поэтому мы снова сохранимся. Сохранить. Yes. 12. Назад. Да, тут сохранять дольше, чем переигрывать. Где ты там? Где он? Вот это меня изрешетили. Вот это я понимаю, товарищи. Хорошо, что сохранился. Тух-тру-ту-ту-тух-тру-ту-ту. Так, предлагают мне в эту дверь зайти. Чё за бегал там, да? Страшно? Ух, 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 ух. Прошлись по мне так, прошлись. Дать это да... О, аптечка, нормально. Ту-ру-ту-ту-ту. Золотишко собирай. Тут. Да, с обхождением, конечно, препятствий тут немножко тяжковато современному человеку. Тот факт, что он по диагонали практически не ходит. Но мы сохранимся. Мы не гордые. Абсолютно не гордые. 13. Окей. Назад в игру. Ту-ту, тру-ту-ту-ту, тру-ту-ту-ту. Так, теперь сюда. Не, подожди. Тут мы были. Сюда мы заходили. Вот сюда и мы выходим. Теперь еще одна дверь налево. Ну, тут я, кстати, уже всех изрешетил. Кухня какая-то. С умывальниками. Не взрываются. Почему-то. Блин, была тут как... Так, стрелки, изменение размера окна, Enter, сохранение изменения, Escape, отмена. Блин, думал F5 сохранится, а ну какие-то настройки пошли. Так, этот коридорчик мы закрыли, теперь что у нас тут? Наверняка я тут уже был. Так, это что-то, мне кажется, возвращаемся обратно. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Так, это вторая дверца отсюда, да? Угу.
Так. Фу, как тут все запутано. А вот и ключик какой-то. Надо сохраняться. Раз ключик взял. Сохранить. 14. Поехали дальше. Это, мне кажется, вот сюда я еще не ходил. Но это не точно. Раз еда имеется, значит не ходил. Блин, зачем же такие коридоры? Я же реально могу запутаться. Вот это вот я ключ сейчас от чего взял? От какой двери? Кто мне скажет? Тыщ, тыщ, тыщ. Ага, так, вот отсюда я сейчас ухожу. Это вот эта столовая с двумя дверцами. Так, я что-то начинаю теряться в этих извилистых помещениях. Какой двери ключ у меня в руках? Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту-тум. Опять столовая какая-то. Так, тут я уже всех, так сказать, поприходовывал. Водичка. Ой-ой-ой, это мне начинает не нравиться. Карточ наверняка никакой нету. Даже намека на нее нету. Ну да. Зачем таким бравым хлопцам карта? Они и так все выучат. Или нет? Подожди, а вот это... Не, не сюда ключ. А странно. Я потерялась. Я не знаю, куда идти дальше. Туф. Какие-то лабиринты. Только не говорите, что мне теперь сюда подниматься. Нет, тут закрыто. Между прочим. Так, я понимаю, что я тут был уже, всех собак поубивал вон. Но мне от этого не легче. Куда мне идти дальше?
Скажите, пожалуйста. Так, возвращаемся назад. Не знаю, тупо к левой стороне жмусь. Может, самое глупое мероприятие, которое только можно придумать. Какие-то пыточные комнаты. И не только. Пыточные и не только. Вот это параллельная, да? Куда мне идти дальше? Что за фигня? Ищущий да найдет, идущий да осилит. Поэтому мы еще сохранимся раз. Конечно же, да. Рано еще 500. Назад. Такое ощущение, как будто где-то идет стрельба. А где? Тут я был? Тут я был и ключ забрал, да? Да. От какой двери ключ забрал, непонятно. Где-то какой-то... Блин, подумал, чувак стоит. А это цветочки. Вот это что за дверь? Ой-ой-ой, вот это я зашел, вот это я молодец, вот это шутер, вот это я понимаю. Загрузить, пожалуйста. Тух-тух, тух-тух-тух-тух. Так, вот это я типа сюда сходил, да? Тут ничего не нашел, вернулся вот сюда, прошел сюда. И сейчас снова налево. И вот тут все началось. Как в тиру. Получил. Дружок. Трун, 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 трун. Так, вот эта дверь, которую мне продолжать. Можно даже сохраниться снова. Сохранить. Вот тут. Так, есть. 16. Благодарствую. Не-не-не, вот тут. Вот так вот. Назад в игру. Все, открываем. Оу, сколько их там было? Кто типа не заметил потери дружбанчика? Тун-тру-тун. А вот секретный лифт. Тш. Мы уровень прошли. Этаж 2 пройдено. Бонус 0. Время 27. Рекорд 2 минуты. Кто там? Человек, который его за 2 минуты прошел. Правильно, тот, кто знает все. Убийство 96. Секреты 25. Сокровище 87. Ну такое себе. Так, 3 жизни, 3 этаж. Окей, ладно, ребята, на этом мы сохранимся, пожалуй, и все, закончим серию. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.